Я вас приветствую, дорогие друзья, на нашем канале PlayStation World. С вами опять Redoubt Rus, и мы продолжаем проходить Air Combat. В прошлой миссии мы пролетели через очень узкий коридор каньона, чтобы уничтожить вражеский радар. Нам это далось и легко, и сложно. Сложно, потому что пришлось очень хорошо манинировать, но легко мы прошли эту миссию буквально за 3 минуты. Теперь у нас на очереди миссия 8. Так, вот она, миссия 8. Regaining Donetsk City is a prime strategic consideration for the enemy. To forestall offensive operations, we will strike their staging area. Target staging facilities and B-1 bombers. Our goal is to hit them just before their incursion begins. Теперь нам нужно уничтожить вражеские бомбардировщики B1 и B2, сопровождающих МиГ-29, а также уничтожить их аэродром базирования, который прикрывает UF-23. Но чувствую, без помощников нам тут не обойтись. Барон, ты не подойдешь, Филипп, ты точно не подойдешь. Ты бы подошел, но у нас есть вариант получше. У нас есть Тимати над МиГ-29. Возьмем его. Полетели на МиГ-29. Ну что, начнем? Так, нам теперь встретились на в нос летят B1. Цепанем его, есть. Так, теперь летим к следующим, B2. Так, сядем им на хвост и начнем потихонечку щелкать их. Но сначала мы убьем собьем сопровождение, чтобы оно нам не мешало, а потом займемся неповоротливыми бомбардировщиками. Так, этот ушел, Мих. Ну, далеко ты не уйдешь. Все, готов. Собьем B2. А этот B2 собьем пулемета. Есть. Теперь нужно еще один B2 собить. Также еще один МиГ-29, кажется. Вот он. И еще одна залп. Так, промахнул вас, ничего себе. Так, ну летим теперь за B1. Их не составит никакого труда сбить. Так, делаем разворот. И сбиваем их. Так, этот обошел сзади. Так, посмотрим, где он находится. Ага, вот он. Что ж нас помощник не помогает? Или помогает? Нам это отсюда не видно. Попытаемся его сбить. Так, раз, залп. Есть, попали. И второй залп. Все, сбили. Теперь летим уничтожать аэродром вражеский. Рубим максимальную скорость и полетели. Наберем кое-какую высоту. Так, мы немножечко не туда летим, там сюда. Так, уничтожим надземную поддержку, чтобы она нам не мешала. А потом займемся аэродромом. Так. Разворачиваемся. Нам нужно теперь высветить эти UF-23. Так, 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 мы сваливаемся, сваливаемся. Так, нужно выравниваться. Давай, 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 давай. Есть. Так. Тихо, тихо, тихо. Ну, смотрю, резкий сильно, парни. Так, а где ж вы есть?
Так, 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 так. Мы сваливаемся. Сначала нам нужно эти UF обнаружить, иначе они нам не дадут покоя. Так, а где ж вы есть? Ага, вот вы, нашел. Сейчас мы вам подсядем на хвост. Так, пропали. Ничего, сейчас мы вас найдем. Так, вот вы где. Ну вот вы. И попались. Давай, 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 иди. Пятого поколения. Сейчас тебе наваляет четвертое поколение. Ты далеко, главное, не пропадай. Ты, главное, далеко не пропадай. Ой, какие резкие. Хотят нас сбить еще в придачу. Так, 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 так. Они ушли через верх. Ну, мы тоже пойдем через верх. Так, выравниваемся. И начинаем искать их опять. Так, вон он, кажется. Ну, эти парни уже посерьезнее, чем в прошлый раз. Так, где ж вы есть? Сейчас только аж отвлекись, я сразу же собьют. Я их знаю. Ты ж пока их радаром не засветишь, они ж не появятся. Придется их искать. Где моя РЛС для обнаружения невидимок, а? Писать Combat Infinity. Так, один есть. Попался один. Так, он ушел влево. Так, где ты у нас есть? Так, кто там вдалеке там? Так, это наш помощник. Они на него отвлекаются. Может, он их даже и собьет. Ну, попытаемся его сами сбить. Так, вот он ушел. Так, вот он. Так, сейчас попытаемся его догнать. Ты гад какой! Ну, сейчас ты за это поплатишься. Не миновать тебе кары Скарфейса. Есть. Я же сказал, ты за это поплатишься. Остался еще один. Так, вот он ушел. Теперь нам станет проще их догонять. Так, есть. Где-то еще не появился. Так, прокрутимся еще раз. Долбаный стелс. Ага, вот. Где ты? Далеко ты не уйдешь. Так, еще. Ага, вот он. Нашли. А, это наш. Жалко, что не помечается, где наш. Потому что ты его иногда принимаешь за врага и за него, на него отвлекаешься. Это не очень удобно. Но все-таки первый комбат, что с него взять? Первый опыт разработчиков. А он, как говорится, всегда комом. Ну что, сейчас ты не уйдешь от нас. Ты нас повредил, но не добил. Есть. Мы его сбили. Ну, осталось два здания. То есть один самолет и вот это здание. Добить. Все, дорогие друзья, мы прошли эту миссию. Я посмотрю, сколько нам заплатят за эту миссию. $8,830,000. Мало как-то. За прошлую давали больше.
Ну ничего, нам и столько хватит. Ну что, дорогие друзья, мы прошли эту миссию. Это было вроде сложно, вроде и не сложно. Долго морочили голову нам эти UF-23. Ну то ничего. Ну, на этом мы заканчиваем прохождение. Продолжение ждите очень скоро. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и вступайте в группу ВКонтакте Ice Combat World. Ссылка будет в описании видео. Ну а я на этом прощаюсь. До встречи в следующей серии прохождения Air Combat.